Притча молчания. Четверо учеников дзен и близких друзей обещали друг другу хранить молчание с целью углубления медитации. Первый день молчали. Их медитация началась благоприятно, но когда пришла ночь и керосиновые лампы стали совсем тусклыми, один из учеников не смог сдержаться и крикнул слуге: «Поправь эти лампы!» Второй ученик удивился, услышав, что первый заговорил. «Мы договорились не говорить ни слова», — заметил он. «Вы болваны, чего вы разговариваете?» — спросил третий. «Один я молчу», — заключил четвертый.